2,5 миллиона квадратных метров жилья ввели в Башкортостане за 10 месяцев года. Это на 2,8% меньше, чем за аналогичный период 2023-го, следует из данных Росстата. Если сравнивать данные за октябрь этого и прошлого года, показатель снизился на 21%. Из общего объема введенного жилья на ИЖС пришлось 2 миллиона 30 тысяч квадратов. Это на 16% больше, чем за январь-октябрь 2023-го. Башкортостан остается на втором месте в Приволжском федеральном округе по вводу жилья. В ассоциации застройщиков отметили, что существенные коррективы вносит отмена льготной ипотеки. Сейчас участники рынка и власти республики в поиске новых механизмов поддержания спроса. Есть ряд направлений, по которым государство, конечно, предпринимает определенные шаги, анализирует, какие есть инструменты. Ну, в частности, вот жилстройсбережение, вот этот инструмент, у нас 6 тысяч граждан наших воспользовались этим, и, наверное, это один из инструментов. Он, конечно, не будет являться, на мой взгляд, таким основополагающим, потому что все-таки охват гораздо больше должен быть. Тем не менее, это один из инструментов. Над другими инструментами надо продолжать работать. Лидером по вводу жилья по-прежнему является Татарстан. За 10 месяцев там сдали 3 миллиона 60 тысяч квадратных метров. На третьем месте Нижегородская область – 1 миллион 780 тысяч квадратов. В целом по стране в январе-октябре сдали 87,5 миллионов квадратных метров жилья. Показатель за год вырос на 1,5%.